Добрый день, уважаемые отдыхающие. Прибывали на пирс Балихай. Вот даже на здании написано Балихай-Бай. Ориентир. Вот такое здание строится. И здесь же написано Паттайя-Сити, которая светится ночью. Это вот и есть как раз пирс, порт, где уходят и приходят паромы на остров Каланг. Сейчас вот идем за этой массой китайцев и садимся на паром. Думаю, что китайцы уедут отдельно от нас, а мы поедем отдельно. Начинаем путешествие. Китайцев слышно везде. Приплыли, получается, одни люди, а мы уплываем на пароме. Садимся. Сели на паром. Сейчас паром будет отправляться. Раньше жилетов не было на пароме, теперь есть жилеты. В принципе, на каждом сиденье лежит жилет спасательный. Всех заставили одеть жилеты, кто еще новенькие зашли. Сейчас им тоже выдадут жилеты. Паром идет 45 минут, сейчас засеку, доплывем. Скажу, сколько точно по времени нашел. Отошел паром от пирса. Это вот Паттайя с парома, как смотрится. Да, действительно получилось. 40 минут, мы 41 минуту прошли. И подошли к острову. Ну и 5 минут у него получится на швартовку. Сейчас пришвартуется. И посмотрим, на какой пляж мы будем перебираться и как мы это сделаем. Да, 45 минут получилось. Народ выходит. Сейчас на пирс сойду. Один подошел, другой отходит. Здесь же третий сразу. Паром получается каждых 30 минут. Движуха. Ну и здесь сразу есть недалеко от парома свой пляж. Но я считаю, что много катеров здесь, грязновато, наверное. Потому что катеров действительно много. Здесь очень много мопедов на прокат. Можно сразу взять. Самому покататься по острову. Очень много китайцев здесь. Один из гидов сказал: остров китайцев. Но песочек красивый. Сели на тук-тук, поехали на тук-туке. Раньше здесь тук-туков не было, сейчас 40 бат. И можно ехать. И тут китайцы отмазывают. Приехали на тук-туке, здесь же люди сели и поехали обратно. В одну сторону тук-тук стоит 40 бат, а обратно, чтобы уехать, тук-тук стоит 60 бат. Это как сесть на верблюда в Египте. Сесть $1, а слезть $10. Ну вот, и приехали. Сейчас пройдем вон туда, где есть шезлонги. И уже там немножко позагораем. Вот эти мопеды, это все на прокат. Люди сами берут, сами катаются. На острове, как сказали, 4 пляжа. Можно на разные проехать. И также здесь есть тир. Тир с настоящего оружия. Автоматы, пистолеты, карабины. По-моему, карабинов, по-моему, нет. Я приврал. Помповые ружья. Притом армейские. Американские помповые ружья. Вот такой чистый песок. Остров чистый.
Зелень, 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 зелень. И песок. И бирюзовое море. Да, вода здесь чистая. Лежак здесь стоит 100 бат. Пластиковый лежак. Толстенький матрас такой, сантиметров 5. Лежать удобно. Здесь зонтиков мало навтыкали, так как деревья. А там дальше зонтиков много. Также много кафе здесь. Насчитал 8 штук. Поэтому голодом никто не останется. Ходили, покупались. Песок изумительный. Детские круги можно на прокат брать. Прокат, правда, дорогой. 100 бат получается круг. Но чтобы не покупать и не тащить сюда, можно взять ребенка покупать. Мотоциклы получается 1500 бат, 30 минут. И кафешки, кафешки, кафешки. Ну и круги, само собой. Здорово провели время. Собираемся обратно. Народ меняется, подходит, уходит. Мотоциклы водные. Прокат 1500. Банан 200 бат на человека. И круги. Ну, смотрю, что-то их мало. Нет, вон там есть. Дети брали круги. Есть надувные круги на прокат. Так что можно с собой не тащить. Если есть ребенок, то можно взять на прокат. 100 бат стоит круг. Едем на пирс. Как я и говорил, тук-тук стоит 60 бат. Обратно вернуться. А такси стоит 50 бат. Мототакси. Один человек на мопед садится пассажиром. Хорошо отдохнули. Чистая вода, чистый песок. Шикарно. Подожди. Потай, такого песка нет. Поехали на тук-тук вот к этому месту. Сейчас пойдем налево в сторону пирса. Но тук-тук нас обманули. Не 60 бат, 30 бат. Поэтому наоборот туда получилось 40, а обратно 30. Кто говорит правду, я не знаю. Идем на паром. Носятся, правда, эти тук-тук здесь, как сумасшедшие. Чтобы безопасно было, надо взять мини-байк, мотобайк. Везде торговля. Везде кафешки, везде мопеды. Здесь же сразу разгружают что-то. И плитка, и блоки, и строительные материалы. Вот такие паромчики. Даже на в самом пароме сразу написано 30 бат с персоны.
Это рыболовецкие суда маленькие, целая куча. Давай, Аня. Ну вот мы и прибываем в Паттайе. Такое впечатление, что они расписание движения выдерживают точь-в-точь. Также получается у нас 45 минут на обратном пути. Сейчас пришвартуется паром, выйдем. И на этом наше путешествие заканчивается. В принципе, ничего сложного в этом нет. Но по деньгам гораздо дешевле. Интересовали, сколько уплыть туда на катере. Катер на 6 человек получается 3000 бат. Это если брать его на берегу. 520 человек. Но это и туда, и обратно. А здесь получилось у нас 30 бат в одну сторону, 30 бат в другую сторону. И на тук-туке у нас 70 бат туда-обратно. Итого получается 130 бат на пароме и на тук-тук до пляжа. На этом все. Все, кто хочет, могут сами смело переплывать на пароме. Всего вам доброго!